Здравствуйте, с вами Александр. Вырвались на очередной пикник. Сейчас я вот привожу свой лайфхак ветрозащиту на камеру и пойдем покажем, чем мы тут занимаемся. Смена обуви у нас, эти у нас уже тут не канают, не проходят, не прокатывают. Горшок не выдержал поездок, треснул. Бананчики, орешки, все дела. Ну а мы отстраиваем резкость и идем смотреть, какая у нас тут красота. Кто это у нас тут ходит? Кто это у нас там ходит, камешки бросает в воду? Полина ходит. Так, ладно, идем к ней. А там поливают. В общем, трудимся, трудимся. Всем семейством. Черпаем водичку из луж. Поливаем сосенки. Другие деревья. Вот так вот тут воды. Две. А вот тут у нас очень важное занятие. Сейчас покажем, что у нас за важное занятие. Тут у нас, по-моему, всюду плавают тритоны. Ха-ха, убегаешь? Ты от камеры уже убегаешь? Ну, тритоны попрятались? А нет, не попрятались. Вот он, красавчик. Сейчас я вам его покажу. Темновато, но нормально. Вот он спрятался. Держится за пену. Вот так вот, наверное, видно. Поотрывало. Пеноплекс. Ну, тут просроченная пена была. Вот он, еще один красавец. Так вот, красавчик. Мальчик или девочка, неизвестно. Да, вот там мы с пристани кидаем камешки. А здесь у нас плавает лодка. Уже на лодке всем наплавались, всем надоело. Да, стали заниматься все полезными вещами. Еще здесь парочка. Да. А я здесь хожу, камешки бросаю. Вот он еще один. У меня их тут целая колония. Небольшая. Сильный экран здесь. Залюбанный. Такой вот красавчик. И опускается на дно. Много тут всякой живности. Да, вон еще один, даже я парочку вижу. У этого, кажется, был красивый хвост. Да, их парочка, вот я их спугнул. Где? Парочка, вот этот вон вообще завис. Интересно это. Все, ушел на глубину. А этот рядом. Вот такая жизнь тритонов на большой земле. Большая земля, о, туда тебя занесло или нет? Это я так называю. После 10 соток любой участок размером больше 10 соток. Вот здесь у нас вот такая импровизированная пристань. Спускаемся по лестнице, да. И катаемся вон на той лодке. Сегодня, наверное, часа полтора катались. Пока всем не надоело. Ну вот так вот надо оскому сбить, не пасить, хочу. А просто взять и удовлетворить свое желание, или как там, осуществить, реализовать. Вот это, наверное, хорошее слово. Здесь тоже тритонов было много. Тут южная прогреваемая сторона, поэтому зелень тут сразу наросла. Вот такая зеленушка. Им хорошо тут прятаться и греться. И вот здесь я тоже сейчас доставал камни, кирпичи, опалубку, чтобы подсыхала, а то она с водой неподъемная, тяжелая. И сейчас мы с вами запечатлим процесс бросания камней в воду. Что-то там изменило планы.
Дело сделал, гуляя смело, да? Пошли за следующим камешком. Ветерочек гуляет, кислородом водичку насыщает, карасики там живут. Все, хочу мелочи прикупить, но не мелочи, а чем-то средненького. А потом жалкую, лежу тут много всякого корма различного. Думаю, запущу осетрофы, кушать нечего будет. Поэтому пока никого сюда не запускаю. Туда уже попозже запущу сюда. Я думаю, троих осетров этот объем воды спокойно выдержит. И по кислороду, и по питанию, и всего им будет хватать. Таких уже возьму подрощенных, чтобы за них не так страшно было. Единственное, боюсь, чтобы с лодки их какая-нибудь цапля не клюнула, да? Или аист. Боль! Ура! А то она залазила на вот такие вот колеса, перекидывала через стену, и роста не дотягивается, но боль слышала, я тоже радовалась. Опасное дело, так я ей показал на вот эту пристань, а то ж привычка была, как в том году там ходила, бросала там камни, так и продолжает. Залезть мне тоже наверх, походить. Оп. Раз, два. Вот такая вот красота. Вода, да, имеется. Небольшой островочек. Черпал ведром водичку, с дождиком накапало. И ногами грязюку нанесли. Дело хитро недолго. Да, боль. И песенки поем целыми днями, да? Вот какое хорошее настроение. Красота, ляпота. Вчера набегалась по полю, да? Ох, и набегалась. Бежала, пока глаза глядят, есть куда бежать. А там бежать можно почти до бесконечности. Вот она, наша пристань. Вот она уже тут этих кругов навернула. Так, ладно, уберем вот эту палочку. Ой, на клубничку, вон она, клубничка растет. Красавица клубничка. Смотрите. Смотрите, я иду. Да, камешек в руке несу. Сейчас я их кину в водичке, или он один? Один? Один, но зато какой! Хороший и большой. Один зато какой хороший и большой. Ты мне, чтобы я кинул? Сама молодец, умничка. Я думал, ты мне даешь, чтобы я кинул. Молодец. Лодочка плавает. Втроем сегодня плавали, красота. Конечно, со стороны смотришь, пригруженный край лодки. Но для одного вообще милая вещь. Просто опять она делает, чтобы была небольшая, и можно было привозить прицеп. Сегодня я налегке, без прицепа, сильно вести было нечего. Решил, чтобы лишний раз бензин не гонять, не тратить, отцепить. А так мне, чтобы с прицепом, чтобы без прицепа ездить одинаково. Ну и плюс еще после дождя, да, боялся лишний раз не проскочить, забуксовать, прицеп все равно дает. Стройматериал бутылки. Надеюсь, мой лайфхак работает и не продувает моя ветрозащита. Я сначала думал, на водке этой будет кататься и кататься и кататься. Надоело. Вот думаю, насколько же ей хватит бросания вот этих камешков. Я думаю, надолго. Да, это как на речку. Пришли купать уточку. Еле я в тот день ее с речки увел. Я уже не знал, как ее уговаривать, убалтывать, да. Кое-как там рисовал там на дороге всякие там рисуночки, приболтал шутками, прибаутками, и мы с речками, с речки все-таки ушли. Буль-буль-буль. Надоело, Полин? Да? Неужели? Пришло разнообразие. Все, пойдем в машину. Пойдем, будем, наверное, закругляться. Омана. Да. А ну, преодоление водных преград.
Ох, здесь и помосточки, помосточки. Скажи, я сегодня утром здесь падала, да? Падала здесь утром. Чуть-чуть, да, пачкалась. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Ух ты, какой столик-стулик. Что, может, пойдем перекусим? Тебе они уже мешают? Пойдем переобуваться, пойдем. Пойдем переобуваться. У тебя там красненькие, хорошенькие. Пойдем. Пойдем. Топ-топ-топ. 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 Мяу-мяу-мяу. Надо через лужу пройти немножко, помыть. Вот так вот. Плюх-плюх-плюх, да. Помыть в луже немножко сапоги. А потом идти уже спокойно, да, к машине переобуваться. Он такую каменюку вчера притянул. 10 рублей килограмм у нас камни, поэтому каждый такой каменюка у меня оценивается минимум 10 рублей килограмм. Поэтому тяну я их везде, где нахожу, где валяются. Вчера катались на УАЗе, битком были уже. Некогда, некуда было эти каменюки складывать. Да ты моя умничка. И горшочек нам пригодился. Да какая красота. Где? Вот это мы гуляем. Все прекрасно, да, Полин? Все прекрасно. Вот такая вот красота. Ой, готово. Молодец, умничка. Умничка. Не зря мы его убрали. А то иногда терпим, да? Чего терпим? Когда все есть для счастья. Все, что надо. Что, давай переобуваться. Будем со зрителями закругляться. Будем желать им всем всего доброго, счастья, здоровья. Пока-пока. Да, Полин? Пока-пока. Скажи, я проголодалась, я кушать хочу. Кушать, кушать, кушать. Бананчик будешь? Бананчик будешь? Банан. Банан. Ням-ням-ням, банан. Ладно, всем всего доброго. Пока-пока.